Всем привет! Сегодня 10 ноября 2022 года, без 5:09 утра. Чичи только что побегала, я за ней не успел, холодно на улице. Видно, были заморозки, накапал такой иней, трава была в инее. Ну а так тихо, безветренно, вон, на туях даже такая белизна. Переслала вчера Таня мне сообщение о том, что сегодня с 9 до 17 по всему Краматорскому району, ну то есть это и Славянский бывший район, и Лиманский, выключат свет, будут какие-то работы вестись. Очень большие, объемные по электричеству, поэтому если кто-то там что-то не успел, хотя, наверное, уже за 5 минут, вряд ли, но может чуть позже выключат, так что успевайте что-то сделать, мы тоже быстро. И позавтракали с теплым чаем, так что идем. Будем закрываться и сидеть, ждать вечера со светом. Будем надеяться, что сделают, что запланировали. И со светом станет ситуация лучше. Так что всем пока. Хорошего дня. Пока. Газ пошел. Я воздух чуть-чуть спустил и все заработало. А я и не знал. Пришлось купаться в холодном душе, потому что с утра не было даже желания сюда идти проверять. Но все нормально с этим. Будем надеяться, что все так и будет.